Сегодня в Затоне и за паводкой ввели режим повышенной готовности. Вода достигла отметки в 540 сантиметров, когда для микрорайона критический уровень 560. Всего за два дня прибавилось около 19 сантиметров. Поэтому отдельные кусочки 9 земельных участков и часть дороги уже подтоплены. Людмила Клочкова это прочувствовала на себе, просто выйдя во двор утром. Видите, перцы затопило, эту кто она, капусту затопило, ну, морковь уже вот подтапливает. Большинство воды прибыло за ночь. По ее словам, вода есть даже в погребе. Однако в доме пока сухо. Хозяйка рассказывает, что уже привыкла к этому, поскольку это одна из самых низких и далеких точек Затона, куда паводок стремится в первую очередь. Мы никуда не планируем. Вот, на второй этаж, на крышу. У нас козы на крыше в 14 году, и мы на крыше были. Ну, тогда МЧСники ездили, и воду привозили, и там какие-то продукты были. Из-за того, что подтопление пока что несерьезное, люди не торопятся эвакуироваться. Также на месте остается и домашний скот. Несмотря на небольшие подтопления, бдительность не помешает. Поэтому жители полагаются не только на информационные стенды с регулярно обновляющейся информацией, но и на собственные ориентиры. Вчера там у нас пенек, мы по нему ориентировались. Сегодня уже, наверное, на полметра от этого пенька. Ну, видать, значит, это. Посмотрю, сейчас пойду в погребе. Наверное, там уже вода. Сейчас ситуация остается до конца непонятной, так как вода прибывает неравномерно. Но жители, исходя из опыта, считают, что дальнейшего затопления секторов можно не ждать. Однако Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует повышение уровня реки вплоть до 580 сантиметров в период с 17 по 20 июня. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.